Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено моим последним в этом году декабрьским пустым баночкам. Если вам это интересно, то приглашаю вас к просмотру. Причем у меня тут... Вообще, я думала, что у меня будет меньше этих пустых баночек. Но их, как обычно, сверх дофига. Расскажу, пожалуй, сначала о тонике от Наташи из Кимр, который у меня, чуть-чуть еще осталось. Не тоник, это мицеллярка от Нивея, которую она мне прислала в подарок, там где-то в мае, что ли, где-то, в общем, в той еще половине этого года. Очень классная, спасибо, Наташа, привет тебе, если вдруг увидишь это видео, во-первых. Во-вторых, большое спасибо за возможность попробовать, я потому что как-то никогда особо не интересовалась маркой Нивея. В общем, Нивея смягчающая мицеллярная вода 3 в 1 для сухой чувствительной кожи 200 мл с маслом виноградных косточек и пантенолом. Тут, если какие-то это звуки, то у меня кот скоммунизировал один очередной шарик с новогодней елки. Возможно, даже не шарик. Но что-то он тут только что уволок в зубах. В общем, хорошо она и смывала, мне макияж, конечно, только губ. Хорошо удаляла этот и липкий блеск, и помаду, и бальзам, если он меня слегка напрягал, бывает такое. Хорошо протирала лицо. В общем, очень классная, действительно, средство, смягчающая мицеллярная вода, и я тут в пятерке, точнее в Диксе у нас увидела там в центре, вообще в сети Диксе, я так поняла, что сейчас на них идет скидка, и скидка именно вот такой большой формат, 400 мл, но у меня пока тут еще есть, и я ей пользовалась или постоянно вместо тоника, или вот именно, чтобы что-то удалить с физиономии, и она довольно экономичная, вот я ее 2 или 3 месяца, наверное, как пользовала, тут еще немножко есть, и я думаю, что ногти, может, еще на неделю хватит, но просто чтобы в этот раз обозреть ее, я ее решила тоже к пустым баночкам отнести. У меня практически закончился крем от Фаберлик от Аленки. Это Beauty Cafe, ароматная земляника, питательный крем для рук. Хочу сказать в самом начале, он мне дико не понравился. Мне почему-то от аромата, такой токсикоз был, я когда наносила на руки, а потом что-то пыталась лопать, мне очень хотелось этот крем смыть, потому что мне какая-то казалось, что там пленка какая-то на руках, такая вот неестественная. И я им тупо мазала ноги, потом что-то я им вдруг прониклась на середине тюбика, и вот сейчас у меня руки помазаны именно этим кремом, он хорошо увлажняет, действительно. И запах мне уже как-то принюхался, в смысле такой ненавязчивый, уже не хочется это все смыть. И тут у меня, я его и в деревне пользовала, и в сумке таскала, и... Так, в общем, довольно экономичный. И тут, в принципе, вот практически все выдавилось. Да, вот так вот с крышечкой не получится. Поэтому я снимаю крышечку, и чтобы хоть чего-то еще там надавилось, оно действительно еще что-то там есть. Вот даже прилично так выдавилось. Он был такой свотч крема Фаберлик от Аленки. Там тоже, совсем чуть-чуть еще осталось. Я додавлю, конечно, его, допользую. Спасибо большое Аленке за такой чудесный кремик. Так, у меня закончился бальзам с нашей поменяшкой от Алены О. Я тогда тупо запала на то, что он знахарь. На фотке я что-то не рассмотрела, что он для сухих, ломких и пересушенных волос. Они у меня жирные, но он очень хорошо вместе с гельмановским шампунем, который тут будет, и еще с каким-то шампунем. Он хорошо, короче, сочетался, и волосы от него были мягкие такие. И объем сохранялся, вот объемные, упругие, в общем, волосы. И он такой хороший, в общем, тут 500 мл было. Мне его надолго довольно хватило, он, конечно, жидковат. Но я думаю, бальзам для волос должен быть, наверное, жидковатый. В общем, очень классный. Я вот у нас такое не видела. Может, я просто не хожу по этим магазинам или не замечаю вот там продуктовые магазины, вот эти типа супермаркеты, типа магниты, прочие сетевые. Но, в общем, очень хороший. Так бы он жил до сентября 2018 года. У меня закончился раньше. Сюда мы поставим. Тут у меня опять эти часики. Я постаралась заметить время, чтобы не проговорить до того, как оно закончило писать, как в последнем, кажется, в своем видео. Это у меня коробочка. Это с последней нашей с Аленкой встречи. Это мыло Деликатче, или как-то так, или... деликатное мыло, туалетное мыло, твердое яблоко и корица. От Аленки. Оно, сколько тут, по-моему, 100 грамм. Да, 100 грамм. У меня еще 1/3 даже не уделась. Оно огромное, просто такое шикарное мыло. Отлично пенится.
Ну хорошо, моют, кожу не сушат. Ну, по крайней мере, я такого не заметила, чтобы у меня была там кожа совсем никакая. В общем, оно классное, действительно пахнет яблоком с корицей, просто коробочка. Я думаю, мне этого мыла, вот мы 17 числа встретились, декабря уже две недели, можно сказать, прошло. Думаю, мне этого мыла еще на месяц хватит, если не больше. В общем, большое спасибо Аленке, очень классная вещь. Так, у меня тут закончилось, ну тут так это уже, вода просто, я отмывала, чтобы на себя остатки вылить. Последнее такое молочко. Ну, не молочко, это, конечно, это масло для душа, Олива и Пятигрен, и Фрашевская. Последнее в плане, что у меня в запасиках больше нету, я что-то потом не купила. Тут 200 мл, ну что хочу сказать. Оно, конечно, не экономичное, потому что я люблю много пены, но оно столько такое шикарное, девчонки и мальчишки, если вдруг смотрите. В общем, я вам вообще советую эти масла для душа вот этой вот серии, которая, я так понимаю, обновленная Лидер Натюр. Ну, в общем, Олива и Пятигрен. Ну и пахло оно довольно приятно. Каким-то унисексовым ароматом. И сделано, конечно, во Франции. В общем, классно. Я, наверное, если поеду в январе, если у меня получится в Ярик погулять с девчонками, то обязательно куплю себе или такое, или что-то подобное. Ну, именно что вот масло. У меня закончился Avon детский гель для душа и пена для ванны, зорная груша. Почему 250 мл? Почему он у меня закончился так быстро? Я его пробовала как гель для душа один раз. И он так офигенно пахнет. Каким-то таким, ну, не грушей, но вот каким-то таким яблоком, которое в такую точечку и по вкусу похоже на грушу. Я в сортах яблок не очень разбираюсь. Ну, в общем, кажется, грушовка какая-то вот яблоко называется. В общем, такое шикарное. И дальше что-то я не помню, я болела, и наконец-то я смогла принять ванну, у меня не было температуры. Короче, вот столько у меня было, вот там вот. Один раз я приняла с ним душ, и один раз я его долбанула практически полностью флакончик. Ванну, шикарная пена была. Ну и запах, соответственно, тоже так расслаблялась. Но суть такая, что я очень давно, наверное, год так не делала, чтобы я вот так выливала целый флакончик в эту ванну. В общем, очень классное, что я, возможно, потом закажу. Я пока в Эйвоне пропускаю несколько каталогов. Мне, во-первых, у меня все есть, что мне нужно. Во-вторых, у меня тупо нету сейчас клиентов, так вот, чтобы набрался заказ. А чисто там по мелочевке мне как-то, ну, не хочется. Там в минус себе, ну, что там доставка, еще прочее. Плюс еще это моя, в кавычках, подружка Женька, из-за которой я стала заниматься все время Эйвон. Она стала представителем и, соответственно, переманила к себе основных клиентов. Вот из-за этого, в принципе, у меня сейчас не будет пока временно обзоров на Avon. И третий, в общем, каталог мне как-то не очень... Третий, там, кажется, каталог сейчас, да, идет еще? Будет. Ну, в общем, я как-то посмотрела, мне ни второй, ни третий не особо так понравились. Ничего такого не углядела себе. Тут, по ходу дела, еще что-то даже осталось. Это вот у меня достался шампунь Биоламинария текущихся волос с морскими водорослями. Ну, как я уже говорила, от секущихся волос помогут только ножницы. Но он чисто мне очень нравится, как вот по ощущениям, он промывает хорошо волосы мои жирные. Тут 400 мл, серия «Морской сад». Это мне от Аленки достался, там еще бальзам будет. Она попробовала так, насколько помню, он ей то ли не понравился, то ли не подошел. Ну, короче, она мне отдала, мне за что я была очень рада. Это с предпоследней нашей, наверное, встречи. Ну, соответственно, это Green Mama. Я им мыла после нескольких видео у Алены О, кажется, смотрела еще у кого-то, кто говорил, что вот эти шампуни сами по себе без бальзама, ну никак. В общем, я им мыла волосы, они становятся пышными, ну, конечно, не настолько хорошо расчесываются, как, допустим, с бальзамом, но они пышные и слегка электричат. Вот с бальзамом вместе уже нормально, не электричат, волосы в разные стороны не идут, пышные и хорошо расчесываются. Хорошо промывают, волосы после него скрипят. И как тут выяснилось, еще чуть-чуть даже осталось по ходу дела. Ну, тогда его суды. И, возможно, завтра вымоем шевелюрку свою. Достался у меня сейчас из моего волшебного пакетика сумочки леновой, хлопковой, фиг знает. Гель гамаш для душа, лесная земляника, 200 мл от Ухроше, сделанный во Франции. Буквально вчера он у меня закончился, кажется. В общем, классный такой. Ну, я вообще люблю эти гели-гамажи, что у Avon. Правда, у Avon нравится только Senses цитрусовый заряд. А вы хорошо, вот, соответственно, вообще практически все вот эти гели-гамажи. Может, только по запаху что-то не подходит, но вот они сами по себе мне нравятся. Вообще люблю гели-гамажи.
Ну тут уже чистая водичка, потому что я его окачивала, он остатки на себя выжимала. Хорошо, я так не люблю такие, чтобы жесткие скрабы, но, в общем, я думаю, что он хорошо скрабирует для меня. Потому что мне важно, чтобы оно и пенилось, и скрабилось. Так что одни восторги, соответственно, я, конечно же, его советую вам. У меня не то чтобы закончилось, но у него закончился срок годности. Это, в общем, 1 декабря. Так. Да, 116-117. Да, в общем, вообще в начале декабря закончилось. Но я обнаружила уже только после того, как маску сделала, это репейное масло с красным перцем Мирола. В общем, обычно же наносишь, и перец там подеривает немножко. А тут у меня как-то оно подеривало уже где-то через 30 минут начинало держать. Вот где-то к концу 30 минут оно начинало пожигать слегка. И я его уже смывала, там два раза намыливая шампунем, уже Аленкиным, но он еще пока у меня не в пустых баночках. В общем, в свое время оно вообще хорошее такое репейное масло, там это удобряет волосы, то все, 100 мл. Ну, у меня пока есть в запасах от Аленки просто репейное масло, и я вообще забываю про это. Я что-то в последнее время так вообще забываю волосы удобрять. Вот тут случайно разбиралась в полке, как раз вот смотрела, что кому у меня там подарки, где подарки, а где я сама пользую, и нашла это масло, наткнулась на него. В общем, тут совсем чуть-чуть осталось. В принципе, ну, может, 1/5 часть. Так что ничего, думаю, страшного не будет, что я его тут выкину. Хотя у него есть срок. Ну, срок у него как раз прошел. Так, что он сюда пойдет. У меня закончился, сейчас скажу, из последней моей посылки от Насти Зарецкой, которую она мне присылала, там она мне посылала чай в подарок, насколько я помню, и все остальное, что она мне там посылала, ну, видимо, тетрадку-то все, наверное, с книжкой «Шоколадка», это тоже был, наверное, подарок с наушниками, а остальное она мне как бы написала косметику, если я не против, то она мне что-то там пошлет на попользованное ей, чтобы я попробовала и сказала свое мнение. В общем, я попробовала, говорю свое мнение. Оно, конечно, было запечатано вроде как новое, такой пленочкой, но я не поняла прикола. Или оно изначально было не полное в этом тюбике, или оно тоже было попользовано Настей. Ну, я думаю, Настя, если что, напиши мне в комментариях. Это у нас, как мне потом уже сказали, я неправильно произнесла, эко-лейбл. Хотя мне казалось всегда, что лейбл пишется по-другому. Но буду верить на слово комментаторам. В общем, евро, ECOLABEL. Если это эко-лейбл читается, то пусть будет читаться как эко-лейбл. В общем, это у нас кондиционер к шампуню с сахарным тростником, бальзам. В общем, мне его хватило ровно на 2 применения. И, как, повторюсь, он вначале говорила, ну, вообще такой не совсем прозрачный белый тюбик, я не поняла сначала, что он, ну, вот где-то 1/3 тут точно не было. Может, это действительно такой вот тюбичек неполный изначально, может быть, его затестила до меня все-таки Настя. Тут 40 мл. В общем, вместе с шампунем он ужасный. У меня тогда видео какое-то было, у меня такие волосы были, будто я их неделю или день, ну, сутки точно не мыла вообще. Ни объема, ни вообще, ни какие-то грязные были. Но вот отдельно, допустим, с фаберликовским шампунем он вполне нормально шел. Так, достаю я шампунь как раз вот этот. И он точно так же был где-то, вот стока у него не было, я не знаю. Тут уже вода, потому что я последние остатки выливала на себя. Вот стока, короче, не было, ну, можно сказать, 1/3 где-то не было. Или 1/4, наверное, не было в нем. Я не знаю, может, это действительно вот так они заливают, что не до конца. Хоть он тоже был заклеен такой пленочкой. Ну, пленочка очень, так я ее аккуратненько снимала, она у меня разорвалась ровно на половинке. Тут тоже 40 мл, и он тоже, тут, кстати, написано на арабском, такая их вязь. А здесь больше на этих всяких меняемых языках. Ну, в смысле, которые я могу понять. Тут на арабском, и, кстати, еще на японском и на китайском. Но вот эту часть катаганы я еще не изучила. Точнее, я начала, но что-то у меня так получилось, что целый месяц я практически не прикладывалась к японскому. Меня бы, наверное, поругал наш японист, точнее. Ну и тут тоже сахарный тростник, экстракт. Неплохой такой шампунчик, хорошо промывал. Ой, упал.
Ну, в общем, спасибо за возможность попробовать. Вообще, первый раз увидела, даже не знала, что такое существует. И, так, у меня тут попалась вот такая маленькая баночка, как он там, лоситан, если я как-то опять неправильно произнесла, но вы меня поправите в комментариях, не без этого. Я подозреваю, что мне скоро надо будет ставить на паузу и заново писать, потому что видео закончится. В общем, восстанавливающий крем для массажа, аромакология 50 мл. Но эта баночка была, тоже мне присылалась Настя, она мне говорила, что она там как бы ее начинала и что-то ей не подошло, она мне посылала, то в поменяшке, но баночка, в общем, была наполовину уделанная. Такой, не знаю, немножко рисковатый, я даже не знаю, с чем вот сравнить такой запах, хоть тут написано, что он там вот это, у вас внутренней гармонии и балансу этот запах принесет. Ну, в общем, я его наносила и на руки, в основном на ноги, как крем для ног использовала. Он очень экономичный, несмотря на то, что тут совсем, мне, мягко говоря, тут 50 мл, да, мне пришло где-то половина, значит, 25 мл от Насти. В общем, какую возможность попробовать? Ну, в принципе, нормально такой крем, как крем для ног я его использовала, очень хорошо ноги, короче, хорошо на кожу ног он действовал. Но аромат такой между пряностями какими-то и сосновью, что-то такое. Такая вот баночка. В общем, сейчас я пока прервусь. И снова я с вами. Я уже в маминой фиговине. Забыла как её знать. Короче, наверное, это шаль. В общем, у меня тогда батарейка разрядилась полностью. И я ее поставила на зарядку. И пошла аниме смотреть по магазинам, то все. Ну и вот сейчас буду продолжать свой обзор. В общем, ну я не знаю, сшивать, а там, может, буду переходиком какими-нибудь там сердечками или еще прочей пургой. И еще постараюсь сегодня записать один или два видео, как получится. В общем, достаю из своего пакетика. Тут у меня бальзам-кондиционер, биоламинария от секущихся волос с морскими водорослями, морской сальт от Green Mama, 400 мл, как раз вот от этого шампуня, который мне вот эту пару подарил тогда Аленка. Ну, как я говорила, что ей не подошел, совсем чуть-чуть она там запользовала. А я его очень люблю. После вскрытия он живет 4 месяца. Сроком был он был до ноября 2017 года, сделан был в октябре 2015 года. Ну, короче говоря, хороший такой бальзам. Но у меня всегда бальзамы, даже если они такого же количества номинального, как и шампунь, заканчиваются слегка раньше. В общем, ну, хороший бальзам. После него волосы расчесываются лучше. Ну, не то чтобы без него они не расчесывались, но они намного лучше, мягче. Короче говоря, в этой в паре они очень даже ничего. Хотя вот, допустим, из шампуня Green Mama есть такой шампунь, он от перхоти, кажется, или что-то такое лечебное, но у меня перхоти нету, но он мне чисто нравится, потому что там вишенка. И вот я вообще люблю вишенку, и там вишня, и что-то еще. Лесная вишня и кто-то, кто не помню. Ну, я думаю, если вы пользовались Green Mama или просто найдете на сайте, если вам интересно, то увидите, он там есть. В общем, вишня и кто-то еще, и я ее пользую и в чистом виде, просто мою без всяких бальзамов и масок, и с чем-то оно сочетается вполне нормально. А к тому, что некоторые шампуни Green Mama действительно можно использовать без дополнения всяких бальзамов или масок. В общем, у меня закончились духи, которым я прониклась от Алены О, Far Away. Я их все-таки допрыскала. Мне еще пахнут. Не знаю, как передать, но я думаю, если вы эйвоновскими духами Far Away когда-либо пользовались, то, наверное, знаете. Ну или там на страничке написано, чем они конкретно пахнут обычно. Немножко такой, он не тяжеловатый, но мне раньше казалось, что он исключительно такой, как бы моя тетя сказала, бабий запах, в смысле, вот там для тех, кому за 55 денег, там за 50, за 60. Но внезапно я ими прониклась, хотя мне иногда пишут комменты, что «Ой, вы выглядите на 65, вот они сейчас мои духи, 65-летние!» Сейчас буквально мне там какая-то девица на канале под мое видео, которая там когда в самом начале написала, когда офигевала, как могут люди писать плохие комменты, да, вот это. Надо там ссылочки сделать, пересыл к тому АСМР, где я говорю о хейтерах своего канала, этих фанатов, да. И там оно... Вот, у тебя такой бла-бла-бла, ты вся такая плохая, я, ну, мне надо делать так-так-так, я захожу на ее канал, у нее там вообще видео нету, и я ей пишу, да, у тебя такой шикарный канал, да, у тебя типа
такие высеры не снимаю, но я это думаю, что переходить на личности, я не так не, как бы не хочу опускаться до уровня этого животного, я тупо предложила свалить с канала, за что получила, что у меня, оказывается, вежливости нету. Ну, в общем, я к тому, что вот такой духи такие, которые мне раньше казались, что они для тех, кому за, на самом деле мне стали, вот как правильно Алена вот она написала тогда, хотя, по-моему, на канал уже переименовал мне просто Алена со знаком восклицания. Короче говоря, привет тебе, спасибо за такие духи классные. Что сначала типа ненавижу, потом люблю. Вот тут совсем чуть-чуть осталось. И, кстати, я когда их прыскала, коту, видать, они не нравятся. Он так прям из комнаты в пули вылетал. Совсем чуть-чуть. Прыснется, нет? Не прыскается. Видимо, чисто там уже такая капелюшечка. Печально. Так, у меня достается... Блин, так в голове и крутится это. Есть у нас такой Пит Будников. И есть у меня подруга Маша, у нее друг, кажется, Рома. И, в общем, ну, допустим, Рома, да? И он сочинил такой стишок про книжку Будникова. Я на пародию этого Маяковского. Я достаю из широких штанин Будникова брошюру. Смотрите, завидуйте, я герой. Но брошюру купил я с дуру. Вот я также, когда лезу в этот мешочек, мне кажется, всегда хочется сказать, я достаю из широких штанин Будникова брошюру. Я достаю из широких, из широкого пакетика бальзам для губ, блеск для губ Эйвон, который мне пришел в подарок вместе с тем желтым лаком, который очень быстро высох и полосил. Хотя вот другой эйвоновский лак, который мне Алена прислала тогда, это, кажется, в посылке после того, как выиграла у меня конкурс первый, вот этот лак сейчас у меня на ногтях, там что-то 7 в 1, что ли, он уравнивает, или не знаю, что он делает. Ну вот я буквально вчера, с того момента, как видео записала, где жаловалась, что у меня ногти хреново такие остались, ломаются, у меня обломилось, тогда буквально 3 вот этих вот ногтя на 3 пальцах, да, и один начинал, вот уже даже видно было, что вот еще чуть-чуть обломится, не знаю почему, может, вообще говорят, что если толокно лопать, то... Потом кальций вымывается. Ну, толокно, если лопать в чистом виде, больше 2 месяцев. Толокно я лопала, но овсяное в кашке. Но в смеси и не так долго, и не постоянно. Не знаю, с чем связано. Может быть, еще от того, что я болела, там устала. То есть, я 5-10, я сегодня купила комплевит кальций 3D. Ну, там попутно еще было, что дефицит кальция. Если там 30 таблеток по таблетке в сутки. Вот и вчера еще, позавчера я там около... Наверное, штук 12 этого просто кальция в таблетках слопала. Творожка еще купила себе, схомячила творожка. И вот сейчас у меня они уже, даже покрыты этим лаком, они вот выглядят еще и до лака. Они более-менее как-то так, ну, стали принимать вменяемый вид и больше не хотят обламываться. Надеюсь, что после курса этих витаминок они у меня придут в норму. Так, и в общем это лак, блин. Бальзам для губ Avon, я тут говорю, а время-то и не заметила. 6 мл, кристалл чего-то там, кристальная лилия. Он у меня тупо закончился, я его так наносила в основном для видео, там, может, куда-то на выход. Но я так про него забыла, что однажды тут залезла, думаю, а он что-то смотрю, вроде как тюбик такой полный, вытаскиваю, а там вообще нифига нету. Он даже в результате, его здесь, не знаю, видно не будет. Чисто кисточкой провела, оказалось, что там пустое стекло, и там действительно он закончился, я даже не заметила как. Но он мне нравился, в принципе, хоть у него цвет был такой, даже не знаю, получится ли свой сделать сейчас. Почему он такой розовый? Как вы говорите, пришивит, я только потом поняла, что это такое. Ну, в общем, он не пришивит. Хотя вот сейчас он уже, это, остатки былой роскоши в прямом смысле нанесла, у меня кожа сгорела, не знаю, видно там, не видно, передаешь ли этот цвет так, как надо. Но вот он такой, в общем, он мне нравился. Спасибо, Иван, за подарок, будем так говорить. В отличие от лака, он был шикарным. Так, у меня закончился блеск для губ от Насти Зарецкой, тоже тогда она мне посылала, говорила, что он у нее немножко попользован. Ну, там где-то половина была использована, половину допользовала я. Это Catrice, чего-то там Color. До какого тут уже все стерлось, поэтому я не знаю, до какого он. Но он мне нравился, я его наносила просто на помаду, на бальзам, там, на, просто на губы, сам, как сам по себе бальзам пользовала.
И последний раз вот он у меня еще там буквально на пару применений оставался как раз на нашей встрече с Настей Лукьяновой. Привет, если увидишь этот видос. И Аленка, тебе тоже привет, соответственно. Когда мне Настя подарила помаду от Faberlic, и вот я ее пользую, достаю как раз вот этот бальзам, она говорит, ой, говорит, она так подходит, этот бальзам в помаде. Действительно, вообще один в один, практически оттенок. Ну, тут совсем чуть-чуть осталось, я думаю, на свойства хватит. Вообще про эту фирму я ни хрена не знаю. Но я как-то не особо вообще, ну, блеск я покупала, какой-то нравится, и ладно. Белорусский я раньше пользовалась вообще до Ютуба, там как-то не загонялась на эти марки, потом и Фрашевский в основном. В общем, вот такой вот он. Он, наверное, такой красно-оранжевый, такой морковный даже. И он, оказывается, все-таки с блестками. Хотя, на самом деле, вот, ну, на блески для губ с блестками, наверное, еще могу их терпеть. Но вот, допустим, лосьон с блестками или гель с блестками для душа, так раздражают дико. Так, что у нас тут? У меня закончилась пилинг-скатка для лица с ромашкой от Насти Зарецкой с поменяшки Либридерм. Она тоже была слегка попользована, ну, в смысле, вскрытая уже до меня, но Насте, видимо, не подошло. Мне она очень понравилась, 75 мл, и сначала я первый раз ее намазывала, значит, там чуть-чуть вот так поминать, и оно скатывается. Я сначала не поняла прикола. Потом я забыла, что ее надо вот так вбивать в кожу, ну, и я это... Короче говоря, да, вот тут на влажную кожу нанести небольшое количество средств легкими круговыми движениями подушечков пальцев, массировать кожу до появления комочков, ну и избегать области глаз, тому подобное, смыть водой 1-2 раза в неделю. Потом я его тупо вот намыливала на лицо, но не до такого, чтобы уж совсем вбить и до комочков. И чисто вот намыливала как пенку, и оно мне даже больше нравилось как пенка. Вот. Очень классное действие, там не стягивает ничего. Потом я вспомнила, что его надо все-таки взбивать, и уже прониклась к нему самому. В общем, если я вдруг увижу где-нибудь там у нас в аптеке, или просто где, ну, короче, если где-нибудь увижу, то или закажу, или куплю хорошее средство такое. В общем, оно мне нравится. Спасибо, Настя, за возможность попробовать такое действие. Так, у меня закончился гель для душа Пион и Лилия от Faberlic Оранжерея. Я помню, тогда у Аленки она предложила мне там что-нибудь на выбор выбрать, чтобы, что я хочу в подарок. Вот я его тогда выбрала, потом подарила. Тут 200 мл, после вскрытия 8 месяцев. Так. И он еще до сих пор пахнет. Вот. Для меня он все же... Нет, вот сейчас чувствуется вот лилия такая вот. Или пион, который такой сильно насыщенный, ближе к розе. Все-таки то и другое чувствуется, и в душе он раскрывался именно с таким не тяжелым ароматом, как сейчас из пузырька пахнет, а именно вот такой нежной лилией и пионом, так они сочетаются офигительно. В общем, классный. Он мне понравился, единственное, не помню, как он пенился. Сильно пенился или не очень, но он мне понравился. Так, и по ходу дела это последнее, вообще потом я планирую записать, чем-то я тут испачкала. Надо будет потом стирать видос про пустые баночки, правда, не косметические. Оду там я вознесу кофе своему любимому и еще одной вещи. В общем, это у меня последний пузыречек, тоже от Насти Зарецкой. Это вот из последней этой посылки подарочной на Новый год от нее. Это гель для душа, этой же самой эко-лейбла. Тут у нас уже, кстати, не поверите, и вязь. И этот латиницей буковками написано. Короче, вот эти два в одном, вот эти вот отпечатали здесь. Тут очень длинное такое название на разных языках, и китайский, и японский, причем японский, да, и японский, еще какой-то, и вязь, и еще какие-то невнятные иероглифы, и даже по-русски гель для душа. Короче, он тоже с этим субстрактом тростника, и они все такие с таким сахарным запахом, сладким пахли. Короче говоря, у меня когда-то был гель для душа, еще додолго, так как я стала этим бьюти-блогером. Ну, хотя, наверное, половина моих подписчиков или тех, кто тут приходит посрать в комменты, думают, что это, конечно, ни хрена не бьюти-блогер я. Ну, в общем, до того, как я стала снимать видео для Ютуба, просто писала когда-то еще отзывы, там, просто чисто для себя свои мнения, впечатления в блоге, постила фотографии своих покупок, когда-то я заказывала на сайте Клубника, когда он еще был не русский, а и чисто с нормальными таким товаром, который именно из-за границ, там что-то такое, они разливай где-то там под Москвой и выдали за фирменное. Короче говоря, там покупала как-то гель для душа сахарный,
Королева Елизавета, я помню, назывался, 200 миллилитров, такой шикарный, вот точно такой же запах, точно такой же, наверное, по консистенции, в общем, очень классный. Этот тоже был слегка неполный, в общем, он вот, он полный был, вот чисто вот, если его вот так поставить, то вот это вот прозрачное, оно было пустое. Не знаю, может, действительно не до конца их доливают, или все-таки Настя его пробовала до меня, уж не знаю. Ну, в общем, хороший гель. Не сказать, что он охрененно пенился, но такой, нормально. После вскрытия 12 месяцев, ну, мне не даже 12 месяцев, и 40 миллилитров. В общем, вот такой у меня был обзор пустых моих баночек в двух частях вместе с потом срощенный год. Если вы осилили до конца, то я очень рада, я не зря говорила на камеру. Ну и всех опять с этим самым наступающим новым человеческим периодом. Я постараюсь потом еще записать это видео поздравление, которое, я так понимаю, надо, наверное, записывать. И там мне еще просили запрос, что там про пожелания. В общем, всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Я как надеюсь. Пока!